Продолжаем выпуск. Покорять столицу отправилась казанская сборная проекта «Большие танцы». В эту субботу в 17:30 на канале «Россия-1» им предстоит борьба в полуфинале с Москвой и Нижним Новгородом. Наталья Колюшкина провожала танцующую сотку. Движение, время до отъезда, говорят танцоры, проходит быстрее. С музыкой или подсчет тренироваться они готовы в любом месте. В планах репетиции в вагоне и на платформах во время остановок в других городах. Накануне номера под хиты Майкла Джексона и Кристины Агилеры казанские участники проекта оттачивали до 2 часов ночи. Мы постараемся выложиться на все 100%, за то, что наши номера сильные, то, что мы едем сейчас с уверенностью, что мы сами кайфуем от того, что мы делаем, и это действительно так. Я могу назвать нашу команду сильной и достойной. Учеба, работа, личная жизнь ушли на второй план ради проекта. Одни участники скинули несколько килограммов, другие сменили имидж. Но для всех победа в больших танцах стала главной целью. Даже дни рождения отмечают на тренировках. Я пропустила свой день рождения, мне исполнилось 20 лет, я до сих пор не отметила свой день рождения, но мне очень круто поздравили все ребята. Мне бросали воздух 20 раз, мальчишки, и все подходили, обнимали, целовали, пели мне песню. Поезда ребята отправятся сразу в съемочный павильон. И в субботу в 17:30 встретятся с командами из Москвы и Нижнего Новгорода. Казанские участники искренне надеются на поддержку земляков. Наталья Колюшкина, Рустем Садриев, «Вести», Татарстан.